Ви знаєте, ми намагаємося взагалі слідкувати за всім, що відбувається у світі, і ми, наприклад, за те, щоб світ був більш екологічним, щоб він був більш розумним і більш таким добрим до братів наших менших. Ми недоразово говорили про це у ранковій студії, які є права у наших братів. Але часто ми не думали про те, що вони можуть стати не просто на словах, членами нашої родини, а дійсно стати тим, хто має такі права, ну приблизно як ваша дитина. І саме сьогодні на цю тему ми хочемо поговорити з нашим ранковим гостем. До нас завіт. Тав Максим Скрипник, керівник гостомельського притулку для тварин. Доброго ранку. Доброго ранку, Доброго. і хочемо сказати насамперед, що в Іспанії прийняли закон, що е, саме тваринки стали ще одними членами сім'ї. Як ви думаєте, е, це чудово чи ну це все таки тварина? Ну опір, я коли-то 6 років поработав в Іспанії. Ух ты! испанской компании, да. Поэтому я Испанию очень хорошо знаю, точнее, Каталонию. И там всегда было прекрасное отношение к животным. И то, что они приняли сейчас, это абсолютно логично и закономерно. А в этой ситуации я хочу сказать, что, наверное, Гастомельский приют для животных является такой неофициальной частью Испании в такой ситуации. Потому что, когда нас спрашивают люди, вот мне звонят и говорят, какое условие вы хотите, чтобы мы выполнили, чтобы взять животное из приюта? Я говорю, условие только одно. Это должен быть член семьи. И я, честно, про этот закон ничего не знал, но любой человек, который знает меня, которые э, брали у нас животных, они знают, что всем говорится одно и то же. Это член семьи. И отношение к члену семьи, и готовность поделиться своим бытовым суверенитетом, если можно так сказать, ровно настолько, чтобы кошка или собака заняли полноценное место без каких-то ограничений в вашем доме. А вот смотрите, члены родины, просто у многих есть такое понимание, что ну, нужно готовить, ну, нужно, чтобы было где котику жить, там, не выкинуть его на улицу, там, да, если там переезжаешь куда-то. Ну, это вот такие загальные понимания. А у вашем понимании, что имеет какой-то сенс эта фраза «Быть членом родины»? Опять-таки, это ребенок. Угу. Вот как ты относишься к ребенку, это второе, приходит иногда, вот, допустим, мама, у нее двое детей. Я говорю, это у вас третий ребенок. Или если без детей, это первый ребенок. То есть отношение к тому, кого ты любишь. Ведь семья в первую очередь это основа любой семьи, я считаю, это искренняя любовь. А любовь, она строится, как известно, на милосердии, на сострадании, на прощении, на понимании и так далее. То есть, это все относится и к животным, потому что животное внесет в вашу жизнь абсолютно э, другие какие-то правила, которые до этого не было. И как маленький ребенок его его нужно прощать, понимать и искренне просто любить, понимая, что это твоя составная часть теперь, и это просто твой мир, а ты его мир, потому что люди, когда вот приходят выбирать животное, я говорю, вы еще не спешите, кто вам понравился? Очень важно понравились ли вы. Ох, Бывают да. ситуации, что вот приходят Кошки, собаки, к одному кошка идет, а к другому не идет. К одному собака идет, а к другому не идет. Они тоже чувствуют. Есть, конечно, такие открытые души. Вот. Но есть очень многие, которые э, не выберут тебя. И поэтому выбор животного ⁇ это выбор двоих, как в жизни. Два человека выбирают. И то же самое, если появился ребенок, то это уже все. Это божественный выбор, так и в этой ситуации. Это божественный выбор, который вы делаете со всей ответственностью. И очень важно понимать, что какой промежуток времени вы побудете вместе? В среднем это где-то 15 лет. И Многие, особенно молодые люди, не задумываются об этом промежутке времени, а нужно спрогнозировать. Не на эмоциях, что хочу кошечку и собачку, щеночка, там, сюси-пуси, да, а хочется, чтобы человек понимал, что с тобой будет. В этом смысле, мне на память приходит абсолютно потрясающий фильм, который я смотрел без звука в автобусе американский фильм, который почему-то перевели как Собачья жизнь, а на английском Dogs Purpose. Вот эти новеллы потрясающие, и вот эта первая новелла, когда собака начала с мальчиком вроде расти, 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 а потом у нее началась своя жизнь. И он пошел в свою жизнь, а собака осталась. И какая трагедия в результате у этой собаки? И как он с этим жил свою жизнь до тех пор, пока. Реінкарнація та чудесне не прийшла в конце фільм. Абсолютно потрясаючий. Так? Вау, просто круто. я зараз просто теж задала цей фільм. Хочеться знати так трішки уйти. Мен піти мабуть в позитив трішки за про цей закон детальніше про те, що тепер у в Іспанії саме у таких домашніх тварин буде свій ідентифікаційний квиток, паспорт. На вашу думку, чи це позитивно вплине на ситуацію у них і чи потрібно такої практики спробувати, Знає, якщо би це произошло у нас? Mm -hmm. Вот ничего не выдумывая, просто взять этот закон и имплементировать его в Украину. Просто принять его, скопировать, вот сделать как есть. Потому что я не думаю, что там какие-то супер испанские а, особенности их менталитета. Там в основном все касается животного. Поэтому, если бы это у нас произошло, была бы решена одна из самых главных ведь в чем проблема? Ответственность по этому закону, наверняка, тоже серьезно предусмотрена, потому что ты же не можешь взять ребенка и выкинуть на улицу. А у нас источник пополнения бездомных животных, откуда? Основной источник пополнения животных на улицах, вот эти коробочки, сумочки, мусорки, где там все это выбрасывается, это частные владельцы. Основной источник пополнения бездомных животных ⁇ это безответственное абсолютно э, поведение. И действия владельцев животных. Звонок, стандартная ситуация. У нас такая ситуация, тут привела семь щенков, мне их что в лес вывести или вы их заберете? Вот это вот ужасное, абсолютно ненормальное поведение людей. И когда вот мы говорим о ценностях европейских, американских, э, ну скажем, цивилизованных, то нас поймут там только тогда когда мы начнем милосердно относиться к животным. И из-за этого нас и не понимают. Мы говорим о очень высоких материях, зачастую вот на телевидении послушаешь, там, там нас не хотят видеть, то еще кто-то чего-то не хочет. А нас обычные канадцы, французы, швейцарцы, немцы, голландцы, они нас не понимают. Потому что у них это дикость. У них дикость это. И если бы такой закон был принят, он бы на корню просто, возможно, обрубил бы желание некоторых людей это сделать. Я просто згадаю викинути на вулицю. звичайну історію. от, була у знайомої там звали вони кота, переїхали в інше місто, залишили там на ну, сусідку каже: ну нехай буде. Бо каже, ми ж не можемо з собою забрати. Проте я згадую, як ми з іншої країни переїжджали в Україну жити. Ми на свою кішку зробили документи. Ми робили купу різних ось цих е, прививок їй. І все одно ми її перевезли, бо все ж таки вона була чином нашої родини. Вона прожила з нами 13 років. І от е, я після того як у нас була ця кішка, я тепер от хочу когось завести. Але я розумію, що на, на, на таку відповідальність. Я ще не готова. І дивіться, наприклад, якщо вже взяти цю систему котів собак в Краматорську минулого року хотіли зробити котів і собак внести до екосистеми міста. Як ви вважаєте, це круто? чи? Діло в тому, що така, наскільки я знаю, практика существує в Львові. Така практика практично существує, котам так точно, в Києві. Учитывая то, что вот эта система, которая должна работать улица, приют, дом, она не справляется с тем количеством животных, которые на самом деле есть, то э, милосердное отношение к животным это и есть. Вот создав их э, неотъемлемой частью экосистемы города, это и есть путь решения проблемы цивилизованной на данном этапе. Потому что в конечном итоге на улице не должно быть бездомных животных. Мы же не какая-то там африканская страна, да, куда заходишь вот в Египте, да, там же этих котов несчастных полно кругом, все больные и прочее. И э, люди э, вот звонят мне, говорят, ту собака, говорю, что делать? Я говорю, колбасотерапией занимайтесь. Это как? Я говорю, в магазин и кормить собаку. И не будет она на вас не гавкать, она будет вас с хвостом всегда вилять, кричать. Удивительный способ. Вот все, которые, особенно сейчас все ЖК такими живут компактными группами, и там всегда инициативные группы. Вот тут собачка у нас на остановке сидит, она гавкает. Говорю, так накормите собаку. Забыли мультик, да? Только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Все, то есть дайте ей поесть. И вы увидите, как изменится мир вокруг вас и как изменится отношение собаки к вам. Она вас будет как на Бога смотреть. Два-три раза покормите, и вы знаете, оно работает. Угу. Вот там, где люди услышали, есть, которые, к сожалению, не слышат, но есть много наших сограждан, которые прекрасно слышат и готовы идти, они просто не знают, что делать. И вот им чуть подскажешь, подтолкнешь, и, знаете, уже чудеса. А сколько раз бывает, звонят в истерике, что вот тут собачка, помогите, спасите, и все. Начинаем работать, но люди настолько концентрируются на этой теме, что пока они ехали в приют, они ее уже устроили. А затем мы уже устроили собаку, а мы уже кошку устроили, и таких очень много. И, и, чем, и зачастую, вот, вот к нашей статистике, которую мы ведем, цель нашего приюта это... Стратегическая цель ⁇ это устройство животных в семью, потому что это единственный путь решения проблемы. Просто сбор по улицам, это как в банку воду наливать. Налил и дальше либо выливаться начнет, либо это в скотство превратится. Когда кто-то говорит, у нас много животных, вопрос не то, что много, а как они живут. Приют ⁇ это должен быть маяк, ориентир для будущих владельцев. Ниже уровня которого не может жить животное. То есть это образец должен быть. Не остаточный принцип что-то там косточку поглодать там, или что-то похлебать, там, поесть. А это должен быть ориентир для э, будущих владельцев качества жизни от уборки до еды. И животное, которое вас встречает в приюте, это есть ответ, как о нем заботиться и как оно должно дальше жить. Если угу. оно выходит сытое, довольное, веселое, радостное, вальяжное такое, значит ему хорошо. Это значит вот и хуже оно не имеет права жить. Поэтому я считаю, что э, вот то, что произошло в Испании, это потрясающий пример. И хотелось бы, чтобы хоть кто-то у нас, кто от кого зависит принятие законов, подумали, что это тот самый язык на котором Украина должна говорить с Европой в частности. Потому что это язык милосердия, этот язык понятен всем. И на этом можно куда больше заработать очков по сближению нас с Европой, чем на каких-то других позициях. Это понятно всем. И э, сколько... Мы же общаемся с большим количеством партнеров за границей. И все говорят это. Все. Вот ведущих политиков Соединенных Штатов Америки до простых зоозащитников э, в Европе. Все говорят одно и то же. Мы должны говорить на одном языке, на языке милосердия. А язык милосердия... Це от язик милосердя як животних. Я хочу сказати, що в минулому році о, трішечки такий дзвіночок, він задвонів, тому що о, був ухвалений закон про те, що о, про поведінку над тваринами. Тобто, о, тварина, так як і людина, якщо ви чуєте, що має свої права. Та, має свої права. Якщо на неї кричать, б'ють, ви можете звернутися до поліції і відповідно власник ця людина понесе покарання. Закон любой должен выполняться. И э, как со многими другими, к сожалению, законами, э, этот закон, вот полиция, всегда звонят, говорят, что нам делать? Я говорю, звоните в полицию, фото, видео, документы какие-то, фиксацию, чтобы можно было, что просто одни слова, они же не действуют. Просто одно заявление без фактов, оно тоже не действует. Но, с другой стороны, и полиция не знает, что делать. Они угу. просто реально не знают, что делать. Они да учаются. Ну, мы готовы им оказать это... помощь. Пусть приезжают. Мы их проконсультируем. Мы все покажем, расскажем. Э, и можем вместе работать запросто. Потому что подразделение зоополиции, вот именно, когда-то предлагалось хотя бы две машины сделать в городе, специального подразделения, которое имело бы статус зоополиции, но на уровне национальной полиции. Которые просто бы их, ну хотя бы пугали бы этих людей. Потому что это уже страшно. То есть пережил и по факту э, уже, как говорится, дальше открывать дело уголовное. Потому что пока не будет страха, люди будут э, продолжать заниматься этим скотством и делать плохо, и животным будет плохо. Пане Максиму, знаєте, ви сьогодні, мабуть, вперше ми скільки разів говорили про цю тему. Так, ми зверталися до законів, але ви сьогодні сказали так, що я вкотре задумалася, наприклад, там чи правильно я там поводжуся з тими хатніми улюбленцями, які знаходяться у батьків. Там. От е, дякуємо вам за це інтерв'ю. І хотіли б попросити вас обов'язково нам зараз сказати, чи є якась соціальна сторінка, мережа, куди наші телеглядачі могли б звернутися до вас, якщо вони зрозуміли, що після такої розмови готові взяти собі хатнього улюбленця. Ну, во-первых, ми... мы очень активно представлены в соцсетях, в Инстаграме и в Фейсбуке. Гастомельский приют для животных. Там информация обновляется в основном в среднем за текущие 24 часа. Там есть все наши контакты, и мой телефон есть. Звонить можно ну, в разумных пределах, конечно. Но мы работаем каждый день, то есть понятие выходных вот, как таковых они отсутствуют, поэтому в любой момент можно созвониться и в любой момент можно как минимум консультацию получить в тех или иных вопросах. Но естественно мы всегда рады тем, кто хочет иметь члена семьи и готов подарить счастье кошке или собаке, они соответственно искренне искренне подарят счастье вам. Як ще раз вам дякуємо. Нагадаємо, що у нас сьогодні був Максим Скрипник, керівник гостомельського притулку для тварин. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніше мови, щоб ви завжди були разом з нами. Не забувайте прокидатися з 8 до 11 на телеканалі Правда тут. sub indo by broth3rmax